Мы еще все сделали? Все. Зашили. Инструмент убрали. Смотри, какое красивое солнышко. Да. О. Я сейчас пойду до дому. Давай там. Володя только что хлеб сажает. Я пока дойду, может быть. Успел на крыше, Володя. Здесь сегодня лагерь полностью, лагерное все имущество сюда перекинули. Затопил я, печь прочистил русскую. И вторая забитая была тоже. Сажа еще, 10 ведрам еще 1,5 ведра. Вот так. Ну тут идти уже некуда, иначе ничего не будет. Видно. Вот такое солнышко. Вот сегодня вот у нас 5 октября. Весь день холодный. 16-го года, среда. Завтра у нас последний день Потеряевки, и мы должны уехать. Вот так. То есть сына вы дома... Лёшу обманули, взяли деньги, за готовый сруб привезут, и ничего нету. Ну что, страна жуликов, нигде этого никогда никто не знал. То есть только одно думает, как обмануть. И в интернете хотите заработать, хотите, сидя, не выходя. А мы ни рубля не заработали за лето, ни рубля. Ремонтируем 2 дома, дорога, 3 пруда. То есть еще посмотреть, это все понимают. Вот так солнце последний раз закатится. Все. У Надежды Васильевны уже огонек приветливо светит в окошечке. Тоже с нами уезжает. Видите, как на небо посмотреть. Я не знаю, видно, нет луну. Я ее не вижу. Но она у нас тут есть. Где она? Вон над Усиновым домом. Я так стараюсь показать. Нету, значит, не видать. Не отображается. Ладно. Последний заходит. Кто знает, может, последний раз в жизни видим. А это наросли новые топольки. Не топольки, а клен. За лето вымахали. Ужас. Это 2,5 метра. Даже 3. И конопля. Вон какие. Невероятно нынче дождь был, поэтому все такое плодоносное. Какие-то сегодня переходят сюда спать. Сейчас моя задача натопить печь. Это удовольствие одно. Я в комнате всегда топлю, не доверяю никому. А уже в храме Володя. Ему что-то батюшка начисляет там. Вот около нас ветла и березка. А рядом моя голубятня. Володя, опусти там, закрой. Голубей закрыть надо. Совы безобразничают. Там закрыл я, У голубей закрой, у голубей. Вот с этой стороны задвижка. А, ванна. Закрыть голубей. Прямо таскают парами и больше. Ястребы, соколки, они не улетают. Птицы все улетели, а голуби-то здесь. Ну, они питаются этим. Это мой шарик на дыбке встал, чтобы увидеть.
Вон Володя пошел, опускает. Все, закрыл голубей. Дернул. Сейчас я здесь тоже закрою. Подхожу к голубятне. Вторую голубятню, она под номером один. Надо закрыть. Продержать, я в пятницу открыть. Открывать надо к обеду, а ястреб где-то уже пообедает. Вот на столбе у меня тут все. Крючок. Вон там видно. Я снизу смотрю. Видно, как шевелится. Вот все. Ну и все. Слава Богу. Сегодня выпустил после обеда и думаю, что остались целые. Вот такое дело. Все.